друзья, вы на Валеришка Геймс. Поехали, друзья, да. Смотрим. Мы продолжаем делать поделки и показывать вам самые прикольные вещи. А вы угадываете, кто это? Ну, можете не угадывать, можете прочитать. Да, ребят, это на самом деле мы вам показываем всех персонажей, которых мы уже с вами делали и, может быть, будем еще делать. Это Хаги-Ваги. Сегодня очень много крутых, классных для тебя поделок, комнат и всего на свете. Поппи. Киси! Киси-миси. Кто следующий? Киси-киси. Ого, это злая киси-миси. Ну, это добрая мама длины ноги. Она схватила Хаги-Ваги и решила принести покупаться. А нет, она злая. Ребята, ого. Килли-Вилли. Посмотрите, какой он пластилиновый у него пузик. С ротиком такой. Прям хочет всех скушать. Вообще с когтями. Так, и теперь мы смотрим с вами комнату, ребята. Постановку Make a Friend из пластилина со всякими нашими... А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. И бомбасами, где мы с вами делали в первой части... Да, пчелку! Кэт Би, да, друзья. Кэнди Кэт. Это Кэнди Кэт. Он будет маленький сидеть, наблюдать, он будет такой... кушать конфетки. Это Буги Бот, который тоже будет сидеть, наблюдать. Будет сидеть такой... Спасибо каналам, которые делают такие поделки, лепят такую красоту. Ссылочки будут на них в описании. Классно, ребята. Мы Бруно забыли. И Поппи Плейтайм 2. Это была Поппи Плейтайм 1 Make a Friend. А теперь у нас будет Санни Бадди. Ребята, я думал, как зовут этого цветка. Это, кажется, не Дейзи. Это, кажется, Санни Бадди. Катерпиллер. Это из трейлера. На самом деле в игре эту гусеницу заменит Пиджей Пиллер. Смесь гусеницы собаки. Динозавр Брон. Мы с вами, друзья, помним. Катерпиллер Пипиту. Пипиту? Серьезно? Пипиту? Ну вот сейчас мы будем ставить Пипиту, это Game Station. Surprise Hair? Это кто такой? Это полукролик? Помните такого? Я не помню. Ребят, это с трейлера, наверное. Ребята, когда создавался фановский трейлер, игры-то еще не было, и никто не знал на самом деле, какие персонажи будут. Банзо. Но... мне кажется, вот этот вот заяц, он должен был заменить Банзо. Да, наоборот, Банзо заменил этого зайца. Так, это Пиджей, мы их всех с вами делали. Папа. Вот папа крутой, папу не делали, ребята. Здоровский. Сэр Пупс Элот. На унитазе. Прекрасная позиция. Не забудь смыть за собой. Да, не забудь туалетную бумагу воспользоваться. Это Оуэн The Оуэн. Называется духовка The Духовка. Друзья. И апельсиновый летун, который у нас с пропеллером на голове, как Карлсон. Kick me, Paul. Надо его. Пэт-рок. Это животное. Это как... Это питомец камень, друзья. Питомец камень. Это, короче, какие-то яйца, как с этого. С Эдопни. Так, погнали, друзья. Делаем нашу первую вещь. А вы угадайте, что это может быть. Папа, наверное, kick me pal. Его нужно... Если его ударить, то он сделает так. Пау! Не, Паул — это его имя. Так, ребят, смотрите, разделили на 6 частей. Сейчас будут пронизывать. А, я, кажется, понял, что это будет. Это будут качели, наверное, друзья. Папа, круто. Ты такой смотрите новые серии на Валерикеты Геймбокс. Наши новые каналы, ссылочки в описании. Переходите в этот ролик после этого видео. Обязательно посмотрите. Так, Дейзи. Это киси. У нас Хаги. А почему ты думаешь, что это киси? Это мама. А что мама такая жирная? Это Хаги. Так, на качелях всех садим. Все, друзья, делается при помощи картона и клея. Очень просто, с размерами мы вам показываем, чтобы вы это смогли легко сами сделать, если захотите. И создаем, друзья, домик. Смотри, они, короче, будут выскакивать через эти кружки, и мы должны будем успевать их молоточками гасить, типа как Ваки-Ваки. Хаги-Ваки больше всего не повезло. Вот, приклеиваем. Так, и создаем большой молоток. И плеер такой. Веселый. И как дурачок дубасит. А, он уже кого-то, смотри, приконтачил. Уже кто-то лежит с шишкой и звездочками крутится. Это, наверное, и есть тот Хаги-Ваги, который мы сделали в Ваки-Ваги. Точно, ребята. Не повезло. Это будет наклеечка на игру. То есть, грубо говоря, заставочка. Так, все вот так вот лепим. И сейчас будем... Что? А, сам молоток. Походу. Да, это будет... Молоток из клея. Кувалдочка. Бау-бау. Короче, ребят, один сзади нажимает кнопочки, а другой должен успевать спереди молоточком гасить. Короче, игра на двоих. Классная игра. Веселая игра, которую можно легко сделать своими руками. Обожаю. Обожаю.
Это же оладики! Не, это блинчики или оладики? Ребят, как вы думаете? Мне кажется, это оладики. Так, а ну угадайте, Рокси! Кто? Лера, ну что ты спойлеришь? Подожди, пусть ребята напишут. Ребят, пишите нам, кто первый угадает раньше Леры. В комментариях обязательно нам напишите, кого, какого персонажа мы сейчас с вами делаем. То ли из блинов, то ли из пластилина, то ли из лего. Все, замазывайте, ребята. И переворачивают, поджаривают. И смотрите, какая Рокси красивая, все, переливающаяся. Можно кушать. На самом деле, ребята, это все очень можно кушать. И съедобно. Мы когда делаем такие ролики, мы очень сильно слюнки пускаем. И потом идем есть. Так, как вы думаете, кто это? Это похоже на Капхеда. Лера, как ты считаешь? Нет? А ну, Лера, ребята, пишите. Лера молчит. Лера, скажи на ухо. Только чтобы ребята не слышали. Вообще, ребят, вы слышали? Это беспалевная. Это беспалевная, тем более, ну, уже ребята догадались. Лера говорит, да. Солнце, луна! Почему это солнце, луна, когда это просто луна? Луна, ладно. Все. Сделали, смотрите, какой прикольный получился. Солнце, нет, солнце делать не будем. Зачем солнце, если есть луна? Может, у кого-то уже вечер, а может, у кого-то уже день. Ребят, напишите, у вас сейчас день, вечер или утро, да. Может быть, ночь. Это кто? Это Пиджей Пиллер. Нет, шапки не может быть. Это, ребята, кто знает, напишите. Из этой же части ФНАФа, как зовут этого персонажа? Ну, я думаю, уже все догадались. Это медведь, которого как зовут? Фредди, да, медведь Фредди. Медведь Фредди, потому что он медведь. Так, он как раз из шестой части, у него на ухе повисло такое. Из шестой? А что не из девятой? Ой, из девятой. Из девятой, ребят, Лера парится. Мужчина. Так, поехали. Я следующую комнату делаем. Это комната какая-то узкая. И в ней будет жить синий шарик. Хаги-ваги. Нет, ладно, синий квадратик. Хаги-ваги. А вот они хаги-ваги, ребят. А вот и папа длинный. Тихо. Ну что ты, Лера, ёбстиль. Не успеваешь, блин, вода в попе не держится у тебя. Не успеваешь ничего, ребят, спросить, ты уже быстро все тараторишь. Ребят, как вы думаете, кто это? Напишите. Кто не слышал Валеришку, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Как вы думаете, кто это? Это... Можно говорить? Так ты же уже сказала, что тебе еще раз говорить? Какой смысл? Да, ребят, это папа длинные ноги, у которого что? Длинные руки. Руки, посмотри. С ногами. Ребят, смотрите, конечности пронизаны проволокой, чтобы крепко держались. И на концах вот такие пальцы. Ребят, какой это большой труд. Большое спасибо каналу, который делает такое. Очень большие, молодцы. Вот такие. Крутые. Дейзи, нет! Он поймал Дейзи! И плеер такой! И плеер бежит! Я спасу тебя, как Дейзи! Как ты поймал Дейзи? Ты ж меня должен был ловить. Папа, ты ничего не перепутал. И плеер такой. Ребят, а вы досмотрите до конца и напишите обязательно, какой вам сегодня сюжет, комната, поделка понравилась больше в комментариях. Поддержите лайком эту серию. Вставляем ротки. Не рот, а зубы. Лер, рот ему уже вставили. Так, это и гропаки. Такие маленькие. Интересно, он дошпульнет до папы длинные ноги. Давай! У которого на самом деле длинные ноги и длинные руки. Целься! А, он тоже убегал. Он никого не спасает. Короче, папа вылез со стены и срочно всех заляпал кетчупом. Потому что сказал, я хот-доги пойду. Я тут кушал хот-дог, а вы тут мне мешаете. Получайте кетчуп. И выходит с кетчупом и начинает поливать. Да. И плеер такой, нет. Очень реалистично, ребят, сделано. Если смотреть крупно, так кажется, что это как будто бы действительно ситуация из игры. На самом деле, это все очень маленькое. И папа вылезает со стены. Да, со стены. Так, плеер следующую поделку рисуем. Это гроппаком. Плеер с гроппаком, который куда-то тянется. Который куда-то летит. Давайте летит. Смотреть. Так, разрисовываем, разукрашиваем. Синяя, красная ладошка. Ага, их два. А, получается, это будет один и тот же, просто у него будет веревочка. Его чего, в банку повесят? Да ладно. Смотрите, капнули клея в банку, веревочку, клей застыл. Вау! Круто! Как? А как так получается, ребят? Плеер что, магнитный? Он что, магнитится? Не понял. Клево! Да. Так, смотрим дальше. Напишите, какой сегодня сюжет вам сегодня понравился больше в комментариях. Так, два раза сегодня сказал, вот это я вообще даю. Так, ребят, трехэтажный дом. О, там мы в шахматы будем играть. Да не в шахматы, это просто пол такой. Так, и делаем уточку розовую. Папа. Шутим, это красные друзья. Кто догадался, кто? Лера, молчи. Кто догадался, ребят, пишите сразу в комментариях. Это уточка. Динозаврик. Динозаврик. По имени...
Кеша. Шутим, друзья. Это Брон на самом деле. Смотрите, разрисовывают ему шею. Он из пластилина сделан. А из чего? Он сделан из самого настоящего пластилина. Только очень необычного, такого как Плей-До. Какого-то мягкого, но очень классно держащего форму. Он его запхнули. Я думал, там 3 этажа, а там, короче, Брон с первого на второй вылез. Говорит, кукусики, не ждали меня. Вы не ждали, а я приперся. Так, и ему сделали. Посмотрите, какой классный этот. Ребят, молчите, Лерамплип. Лера сегодня, за Лерой не успеваешь. Я только хочу ребятам вопрос задать, а Лера уже прям выпалит. Хорошо, кто не услышал меня? Кто это? Мне кажется, только глухие не услышали тебя. Так, ребят, это Буги-бот, смотрите. Ну я же не ору, вот Буги-бот! Ты как раз так и сказала почти что. Да. Спалилась. Классно. Интересно, где он будет и сколько всего будет смотреть в этой комнате. На Брона и говорить будет Брон. Ты что, вообще? Прикольные, кстати, смотрите, у него какие гусеницы. Ребят, мы же на самом деле с вами не знаем, какую роль в этой игре исполнял Буги-бот. Это кто? Кто? Лера молчит. Так, это ротик, носик. Это похоже на зайца, только жирного. Нет, ребят, это похоже... Лера, тихо. Тихо. У Лера не вытерпливается. Ребят, пишите быстрее. Лера, я не могу ее долго держать. Говори, все. Кэт! Это Кэнди Кэт! Это Кэнди Кэт, ребят. Действительно, это Кэнди Кэт. А с языком. Ого. У Кэнди Кэта язык больше динозавра Брона. И плеер пришел, И плеер такой, вот это компашка у нас. Вот это у вас тут все языкастые. Наверное, пришли мороженое покушать. Язык такой, с окна в другую комнату. Запускать. Плеер мороженое сидит, язык такой, взял мороженое. Да, ребят, погнали дальше. Кто у нас теперь? Так, коробка. Для этого нужен листик бумаги. И рисуем стрелочку. Стрелочка указывает нам на кого? На Хаги-Ваги, да, ребят? Да. Так, сейчас мы все с вами разукрасим, все станет понятно. А, это походу не стрелочка, это походу он рукой держит. Так, прическа, мама... И мама такая... Это была не стрелочка, то его попа была. Короче, Хаги уползает от мамы длинные ноги. Папа, что? С тобой все нормально? Чего? Это неприлично. Неприлично что? Неприлично уползать от мамы длинные ноги? Да. Да все прилично, смотри. Ну вот в таком виде. Да он просто в трусах. Это, ребят, все нормально. Это ничего в этом неприличного. Короче, это дверца. А, мы открываем дверцу. И мама... И оттуда вылезает мама длинные ноги мама, и короче, говорит... Да, Хаги-Ваги такая, оба, ползет. И руки свои тянет. А где ты? А где твои трусы, Хаги-Ваги? А он такой, ёпстиль, забыл надеть. Я так? забыл, я в стирку их положил. Да, в стирку положил вместе с памперсами и забыл достать. Еще год назад. Так, ребят, быстрее пишите, Лера, тихо, быстрее пишите. Я держу Леру. Лера, это ты не знаешь, кто это, ты не знаешь. Я думаю, уже все догадались, ребят. Кто успел написать, молодец. Лера говорит. Банзо. Это кролик Банзо. Да, ребят, это Банзо Банни. Но что он сейчас будет делать? Тяжечка, он будет играть в Акваги. Нет, смотрите, ребят, он без тарелок, он просто в круге. Мы делали с вами похожую поделку с Хаги-Ваги. Обязательно посмотрите наши предыдущие серии, посвященные поделкам с бумаги, картона, пластилина и лего. Вырезают, и смотрите, как будто бы он с руки вылазит. Лера, смотри, у меня Баги. Друзья, поддержите лайком эту серию. Какой сюжет вам сегодня понравился больше? Смотрите все видео на наших каналах Валеришка Максим, Play Games and Family. На наших новых каналах Валерика это Gamebox. Все ссылки в описании под этим роликом. Переходите, найдите. Мы вас очень любим. Стараемся для вас. Вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока.